С начала года комплекс ГТО сдали более 5000 человек. Осенний фестиваль прошел в станице Гастагаевской на обновленной спортплощадке. Этот стадион был построен 15 лет назад, а минувшей весной здесь провели реконструкцию. На площадке были отремонтированы беговые дорожки, сделаны раздевалки, а также проведена вода и электричество в административное здание. Я думаю, что перспективы этого стадиона большие. И население станицы Гастагаевской хотят и могут и должны заниматься на этом стадионе. Эта площадка позволяет сдать все нормативы, которые предусмотрены комплексом ГТО, кроме стрельбы и плавания. В этот раз нормы ГТО сдали самые младшие воспитанники школы, а также их педагоги. Светлана Блохина ведет занятия по пулевой стрельбе. Свою семью считает спортивной. В этом году ее младший сын блестяще выполнил комплекс ГТО и получил золотой знак отличия. По словам Светланы Николаевны, его примеру должны последовать все выпускники. Это необходимо делать, и даже если не получилось с первого раза, нужно пробовать, можно сдать в другой ступени. Это дополнительные баллы к поступлению в высшее учебное заведение. Тем более он собирается поступать у нас в военное учебное заведение. Поэтому золотой значок ГТО, я думаю, ему поможет. Следующий спортивный фестиваль также состоится на стадионе станицы Гастагаевской в эту субботу. Сдать комплекс можно с 10 утра, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте ГТО. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.